В наше время работа в интернете – это обычное дело, но разнообразие интернет-специальностей настолько велико, что новичку сложно выбрать подходящую профессию. По мнению экспертов, сейчас можно заработать около миллиона, не выходя из дома, работая в социальных сетях. В то время как интернет-маркетолог занимается только продвижением онлайн-бизнеса, то SMM-специалист работает по всем направлениям в социальных сетях. Они совместно с мобилографами и таргетологами используют социальные медиа в качестве каналов для продвижения компании или бренда и решения других бизнес-задач. SMM-специалист – это специалист по продажам в социальных сетях. Они работают в TikTok, Instagram, Facebook. Сейчас самое популярное место для онлайн-заработка – это Instagram. Там можно продвигать любую бизнес-страничку, будь то кафе, салон красоты, магазин одежды, магазин обуви, массажные центры. Для любой бизнес-отрасли сейчас нужны SMM-специалисты. Доход мобилографов варьируется в зависимости от снимаемого контента и требований заказчика. По словам людей, работающих в этой сфере, зарплата таких специалистов начинается со 150 тысяч и доходит до 1 миллиона тенге. Мобилографы могут выполнять разные функции. Их нанимают, чтобы снимать большие и маленькие проекты. В городе Тарас на этом можно заработать от 100 до 700 тысяч тенге в месяц, используя всего лишь свой телефон. Динара Айдарбекова – мама в декретном отпуске. Ее основная профессия – врач. Но теперь, когда молодая мама изучила все тонкости мобилографии, она начала зарабатывать деньги, используя современные гаджеты. Я только начала учиться использовать смартфон для работы в этой сфере. Сейчас я работаю над 4 проектами, используя всего лишь свой телефон. Доход мобилограф может получить, делая обычные фотографии или снимая видео на разных мероприятиях. Со временем появляются новые немаловажные профессии. Именно поэтому многие молодые люди эффективно используют интернет, чтобы зарабатывать большие деньги. Илария Вавлиди, Руслан Сандыбай, Айкын Акпарат.